Алло, здравствуйте всем, дорогие друзья, блядь, приветствую всех на потоковом вещании, блядь, дневном. Здорово, так, сейчас выпью. Ебать, а полковник Бусиренко сегодня, здорово, блядь. Так, наушник куда-то тянется, а тянется он к маме. Ну, как к маме. Мама, покажи руку. Руку? Я боюсь. Вот. Рука, все. Все, мама показала руку. Цепь Арго, да. Цепь Арго. Бля, Никенов. Я сейчас так посмотрел, короче. Никенов поменял ник на Никендае. Ты чего так кричишь? Привык уже, блядь. Никенов поменял ник на Никендае. Очень вовремя, Никенов. Ставлю лайк. Ставлю лайк, ебать. Красава. По таймингу вообще охуенно, блядь. Ну теперь сиди, мучайся, блядь. Это не мама? Почему не мама, блядь? Это было за один день до кика. Какого кика она сама вышла, блядь? Не пизди, блядь. Наушник. Не матерись при матери. Мам, ты осуждаешь? Ну погромче ты говори. На пол сядь. Не-не-не, у меня стул есть, блядь. Я извиняюсь, конечно, но у меня стул имеется, блядь. Я извиняюсь, но у меня два стула есть, блядь. А чё с ебалом? Какое красить? Нет. Красить меня, блядь. А где Арина? Арина пропала. Арина не будет. Арина приняла... Она разбилась на самолёте. Ой, расу, блядь. Что? Ну нет, человек. Покажи лицо мамы. Не-не-не. А мама боится лицо показывать. Не, не боюсь, я похожа на... Она говорит, что она похожа на пиздец, блядь. Когда она не похожа на пиздец. Не-не-не, не сегодня. Не-не-не, ни в коем случае. Ой, бля, Никенов, давай нахуй. Пиздобол бы. Ебать, мама. Ну а чё? Арина красивая, спасибо. Жожа умер на стриме. Чё за смайлик вообще? Прикольно. Это девушка Дрейка, блядь. Тухед нахуй. Так, что мы сегодня будем делать? У нас сегодня стрим небольшой, до 5:30 получается. Вот, вот. Далее запускает Александр Гвин. Не обижай, смотри. Видишь? Охуел так базарить. Обижаю. Мне уже посидеть нельзя. Девушка Дрейка, это же уже дураки. Ну да. Нихуя себе, блядь. Нихуя себе, блядь, мама донатит, пиздец, 100 рублей. Екатерина, благодарю за 100 рублей. Мама Зайка, а. Все деньги мне. Охуела? Да я шучу. Я шучу. Да я шучу. Норм нет. Вообще ёбнутые. Алло. Ой, кем тебе вижу. Маме 25 почти. Ну, примерно... На 35. Ну, лет на 10 ошиблись. Я маме вот что подарил. Помните, я сидел на стриме у Гвина, ко мне курьер пришел. Или у кого я на стриме сидел? У себя, по-моему. Вот ко мне курьер пришел. И вот что... Мы, кстати, фотографируем. У меня есть фотка, она у меня с собой. Где нет! Я покажу, нет? Нельзя, нет. Она меня сфоткала, блядь, и пиздец. Нет, можно? Я покажу, где ты надеваешься. Ой, Танич, спасибо большое. Спасибо за сапку. Нельзя, нет. Не показывай, там уёбищная фотка, там. Я вообще как пиздец. Это вообще смешно, это было ночью, я его сфоткала. Я там сижу на диванчике, блядь, отдыхаю спокойно, она вот так вот берёт. Давайте я покажу, когда я буду сидеть. Это Инстакс называется. Инстакс, по-моему. Инстакс. Короче, когда я буду сидеть на стриме со своим лицом, я сфоткаю чат на Polaroid и покажу эту фотку. Ладно? А когда это будет? Не знаю, в следующий раз. Ой, смотри, я пришла за Ариной, дай нам Арину. Я сегодня не без лица, пожалуйста. Можно я посидеть? Я смотрю. Ну, она стесняется, пиздос. Поэтому... Я добавил смайлик Буба.
Там, где у Пепы такие глаза вылезают. Поэтому... Это что вообще такое? Смотри, он на приколе. А что он не работает, Буба? Какая Буба? У вас работает Буба? Ля, какая собака. Да? У меня в чате на... Не... Сейчас заработает Буба. Фиксируйте. О! Работает. Все, заебись. А почему я не вижу? Ну, он тут не отображается, вот тут он отображается. А-а-а. Так. Вова, блядь. Чего еще Вова вчера стримил? Я как-то проебал его стрим. Чего у него вчера было? Да, Мишань, здорово. Алло. У мамы нет Бубы. Ой, Миша, привет. А вы знаете, Миша меня с наступающим Новым годом поздравил. Знаете, как мне приятно. В Дезаге? Ой. 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 Мишаня вообще... Нет, мне очень сильно было приятно, что он меня с наступающим поздравил. Я прям такая, ой, капец. Да подвиньтесь, блядь. Я б с радостью. Где Мишаня, блядь? Алло. Алло, Дрэк, я хотел тебе сразу признаться. Можно сходу признаюсь? Да, да, да. Не к любви к тебе, ты не о том думаешь. Я понимаю, конечно, твои переживания, твои эмоции, но не об этом. Мы с твоей девушкой уже давно общаемся, и мы планируем с ней съехаться в Питере. Она переезжает в Питер не к тебе, а ко мне, на самом деле. Не, Миш, блядь, ты сначала из дома-то выйди, нахуй, в мину перешагни, блядь, давай, нахуй, потом растяжка будет. Привет, Миш, я тебя слышу. Здорово, Ида, я знаю, что ты все слышишь, я же вижу, наушник влево куда-то уходит. Наушник влево уходит. Ну так он просто, я ж не вижу, кто слева сидит. Улетаешь, блядь. Ну да. Шо ты? Как дела? Шо? Ой, это зашла Катя. Привет. Я не Катя, я Миша. Нет, что? Дай мне Мишу. Не понял? Нет, в чате, дай випку. Из-за того, что ты просишь, я должен дать випку просто так? Ну пожалуйста, это я не знаю. Дрэк, запрыгни под каблук сразу. Нет, спасибо. Прикольно придумал. Да, Лёда. Уебал, да, привет. Блядь. Нихуя соби, блядь. Уебал по мне, блядь. Нихуя соби, блядь. Я Катя, да. На самом деле, это я. Это я, тут дед, которого ударили по лбу, блядь, в видосе. Никто не знал, но я всегда был в тени, это я. На самом деле, иногда бывает у меня состояние и такое, и хочу поиграться, пообщаться, поразвлекаться. Иногда я бываю сэдбоем. Вот. Если я не сэдбой, то я веселый. Обо мне все говорят, что я душный, грустный. На самом деле, вы не знаете меня настоящего, Телеков, понимаете? Нахуй вот мут, блять, за спам. Спамить нельзя в моем чате, если что. А чё он написал? Он спамил там хуйню. Сэдбой Миша, блядь, смешно. Да нахуй, блядь. Да нахуй, я с пятки в GTA 5 RP развернулся, блядь. Ой, так... Ой, батрак. Погоди, это вверх с чат. Вверх. Дрейк, а что у тебя за цепь на шее висит? А это не его. Гринсан там замутил, блядь. А, ладно, я думал, его мутки, но я уже хотел ругаться. Дрейк. А. Что у тебя за цепь на шее висит? Это арго. Получается, ты от дуб? От велосипеда. Ты дуб? Почему? Золотая цепь на дубе том. А? Не, Мишань, ну неплохо, слышишь вообще. Да, нет, я согласен. Бля, вообще разъебал. Видел, как Стас себе гениально он лини бустанул всего одной пьянкой на основном канале. А, да Стас там вообще пиздец. Раз на хайпе сейчас, нахуй, молодой. На хайпе. А тем, что он второй день после НГ побухал? Да. Прикольно. Я, правда, не видел, что он там делал. Мне да он там просто, блядь, хуйней страдал. Counter-Strike. Ну, бустанул, молодец. Подумал, что к бустеру попал. Блять, потоковое вещание, блять. Ой, Селик на меня написала. А, Катюх, блять. Да ты дурак, что ли, отдай. А что за Катюха, дайте мне инсту. Ой. Меня бьют. Так бустеру, у бустера же Катюх. А, вы в чате какая-то ж Катюха была, не? Да. Дайте мне инсту. Катя? Я могу тебе ВК скинуть. Давай. Сейчас. Видишь, Дрейк, мы уже в ВК общаемся. Ебана, блядь. С Новым годом там поздравляет, блядь, с новым счастьем, нахуй. А знаешь, мне приятно было. А ты личку потом проверь. А ты не пизди. Чё? Понял, Дрэк, не пизди, блядь. А ты мне, Миш, а ты меня поздравил? Мы ж сидели с тобой на Новый год. А, ну вообще, да. Ну ты забыл, да? Как? Ну, скорее всего, забыл, как ты там... Мне потом твоя девушка выписывала, блядь. Ага. Ну, допустим.
Что ты выписывала, блядь? Потому что ты хуйню унес, блядь. Охуела так базарить, блядь, охуела так было. Найди мне Мишу. Майк, Миш, бля, не знает, как тебя зовут, нахуй. Так вы кому с ней не общались, на самом деле? А нихуя себе, правда, что? Да. Вот, наверное. Найди мне Миша. Девочки, я потерялся. Сейчас. Садись на пол. Что, блядь? Сажусь. Нет, нет, там что-то. Я думал, тебе сказали, я такой, чё, блядь? Нет, нет, нет. А чё ты вебку не развернёшь на свою спутницу? Потому что она не хочет. А чё не так? Что думаешь, Азаки его выходи из 8 взятого ожидаемо было, если честно. Единственное, что могу сказать. Я даже ничего не хочу говорить по этой теме. Это просто, ну, я просто говорю ожидаемо. И всё. Сегодня 05 испытуемый был выпущен из больницы. Миша, я тебе скинула его. Зачем-то приклеил наушник к стене, блядь. А, вижу. Спасибо за 30 рублей. Уясно. Ну, поправь волос. Да у меня уебанство. Так у фоток нет. Ну да, но она очень хорошая. Я тебе не типа лет. Такой трек охуенный нашел, слушайте. Понял. Ну, не нашел, а его с ТикТока спиздил. Ясно, нашел. Тень не видно, так это моя тень. Я могу показать руку. Это максимум. Ебать. Все, это максимум был. И заколочку. И заколочку, да. Красиво заколочку. Хочу себе на рыжие волосы такую. Спасибо. Же. Миша, могу тебе, если мы когда-нибудь увидимся, я тебе могу вот такую подарить. Такую, я не вижу. Если она из этого. О, жемчуг, ебать. Меня ж на Украине потом в тюрьму посадят сразу. Мародеры все украдут у меня. Ты что, она дорого стоит? Нихуя себе. Я заеду, мне сразу, эй, ты, блядь, куда идешь нахуй? Сюда иди, и все. Это Арина там? Нет, это не Арина. Тихо, ладно. Ладно, пацаны, подожди, ладно. Подожди. Открываю спасибо, интригу. Справа, ну для вас слева, от Дрейка, для Дрейка ладно. Справа, сижу я. Я приехал в Питер, всем привет. Привет. Хотите что? Подожди. А что там? А, это ты типа удивляешься? Да. Хотите сейчас женский голос вам сейчас сделаю? Сейчас, секунду, раз, два. Арина, скажи что-то. А, всем привет, я Миша. Видали, как умею? Нихуя, Мишань. Давно так научился? Это я. Да вот, буквально на днях. Не ебать, Мишань, конечно. Ноготки у меня секс, согласись. Такие вот беленькие. Ебать, Мишань, да, еще да, и колечко да. Пизданутся вообще. О, ну а у меня же оно всегда было на правой руке, на среднем пальце кольцо. Я из мамы вылез с этим кольцом, если что, кто не знал. А, ладно. Ебать, Миша, дурачок. Я не понимаю, какая вам золотая серединка моего поведения нужна. Либо слишком грустный, блядь, либо слишком веселый. Чего вы еще хотите от меня? А тут пишут, ебать, Миша, не секс. Это я. Мы не видим. Да, ну. Красить Дениса будем? Не сегодня. Никогда. Не сегодня. Подожди, а в какой вы хотите покраситься? Нет, типа накрасить в плане косметики. Тинвейт, подкатывай нахуй. Я пишу. Такой, ой-ой-ой. Охуел, блядь. А, ну ладно, не, ну, Миша. Меня можно, ладно, окей. Хуёл так базарить, хуёл так. Да, на прифижу. Видите вебку Силажика, Миша, ты включишь? У меня нету что тут вебки. Я ж дома сейчас. Мишаня дома, блядь, инхоум. Я могу с телефона, блядь, с телефона это будет неудобно. С телефона это пиздос. Ну да, не, у меня, конечно, я могу поиграться сейчас с аккаунтами. У меня ж два аккаунта. Это тебе за прикол? Не знаю. Сейчас попиздите пока чат, нам сейчас я попробую что-то сделать. Блядь, сказал, как будто я стрим веду. О, нихуя, блядь, доминант. Ой, Катя написала. Работает ли промокод от Калгар в Украине? Я не знаю, проверь, Анатолий. Спасибо большое за 50 рублей. Не знаю. Работает ли промокод от Калгар в Украине? Так. Денис такой тихий в компании с Ариной. Я просто люблю, когда кричат. Я сама по себе не громкая. Она вообще тихоня, пиздец. Катя, я скинула не инсту, а вот этот свой ВК. Что такой грустный? А чё, не грустно? А где Миша? Хуй сказал невкусный. Простите. Бонат, блядь. Я просто, блядь, отвлекся. Я специально, я просто сижу сейчас логиню испытаюсь. А тут а чё вышло вообще, посмотреть можно? Не урыла, а закопала. Ой. Надеюсь, там без банов, блядь. А Витя видос скинули? Да, какой-то видос. А нахуя я тогда пытаюсь вебку... Я нахуя пытаюсь вебку вывести? А как ты...
Я попробую сейчас с телефона, у меня же два аккаунта. Сейчас на давай. Сейчас пробую. Ну ты пока в видос смотри, потому что я сейчас еще буду играться. Так, поехали. Герпес. Герпес, точно. Герпес, герпес. Нет, у меня такого нет. Реально такого ни разу за 17 лет не было. Пока что письки не сосало, вот и не было. Где у меня? Не подскажете по этим, по стропам? А у тебя было же? Ебать, ну Даша нормально, ну Даша нормально, Кудиджей, здорово. А у тебя был уже, блядь. Ну неплохо, неплохо. О, так настроение в секунду сменилось, блядь. Мужик, ты чего, наушника с стены отклей, ну, ну, блядь. Залагала, сори. Опасно. Вот это. Охуели? Такие рекомендации, блядь. Охуели такие рекомендации, блядь. Татьяна, что ты пишет? Ебать, ты красивый стал. Согласна, кстати. Чего? Тебе? Спасибо большое, Татьяна. Танюха, что в нем изменилось? А мы сегодня ходили в магазин, кофточку выбирали. А, вот это кофта, ебать, я кофта купил, и цепь? Блядь. Нет, цепь это давно, блядь, это. Да. А я думала, подстригся. Ну, я постригся, но еще там недели две назад. Танюх, мама, привет. Мама, ку, мама, привет. Ну, Даски, тебе хорошо, упс. Спасибо. Татьяна. Мама ходила с ребеночком, вещички покупали. Ну, и типа того. Салам алейкум, здорово, Татьяна. Че, как дела там вообще? Татьяна, здравствуйте. Татьяна, здравствуйте. Ребята, я отхожу, если Арина будет в кадре, кликните. Клипните. Нет, я сегодня не буду точно в кадре, я выгляжу неподходящим, чтобы сегодня как-то показывать. Да, пиздит. Привет, привет. Кстати, я сказала, что сегодня точно нет. Да, вообще. Что? Сердце Ликса. Вот. Вот, смотрите, написала. Делай всегда вот так волос. Брутальный. Спасибо большое, Татьяна, спасибо. Красотка. Из брутального в Дрейке только голос, блядь, извините. Охуел. Охуел. Я не знаю, у меня сейчас настроение какое-то подходящее, простите. Я большее время, я, блядь, какой-то подавленный хуйлан. Сегодня, вот сейчас, в данный час, я какой-то веселый, поэтому все. Арина, кого-то еще пережит Дрейка, что? Я тоже не понял. Ай! Ой. Что-что? Ай. Прям вот в эту фигню. Ликс, блядь. Темечко. Темечко. Джо-джо. Миш, ты вывел? Не, сейчас, я скажу, когда. Давай. Резко поворачивай. Ай, я тебе потом даже не сделаю. Ты что сделаешь? Арина, моргнись, ты в заложниках. Я моргнула. Три раза уже. Она сидит, моргает, блядь, когда ее не видно, нахуй. Ну ты. Ура, я с бани. Ура, из бани, блядь. Арина, можешь говорить погромче? Ты тихо говоришь. Я сама по себе тихо разговариваю. Могу поближе немножко сесть чуть-чуть. Села поближе, блядь. Арина, кого ты же пережишь с Дрейком? А чё, в смысле, Асу? Это я что-то сказала? Нет, тут это. Всё, поняла. С кого? С Мишей шиперю. С кем ещё шипереть? На данный момент с Мишей можно немножко. Угу. Ой! Ну ты молодец, давай, еще что-нибудь покажи. Еще что-нибудь покажи. Что с ней? Это я. Ой, да ж такое милое, говорит, это я. Если вчера ночью, как Татьяна смеялась, что-то меня так порвало, капец. Сегодня ночью вообще так выпало, пиздец. Лежит, смеется, что-то. Мне вообще плохо что-то стало. Мы же окно открыли, поплохело. Мы же миллионеры, давай за бань канал. Катя. Катя, не надо такие. Охуела. Катя, не надо. А я просто глаза закрою. Ебать, победил нахуй. А где Миша? Миша все пропал? Миша пропал. Я все сделал. О, где ты? Блять, я не вижу ничего.
Ладно. Сейчас. Что ты не видишь, блядь? Сейчас, one minute. Вот так. Сири. Телегу закрыть надо, what the fuck, нахуй. Все. Сейчас письки будут кидать. О, ебать, иди. Ой, какой. Я сэдбой. Я сэдбой, блядь. Знаете что? Я, короче, очень сильно обожаю веснушки. Я себе постоянно делаю веснушки. Блядь, мы забыли. У меня постоянно вылазят веснушки, они меня заебали. Как их удалить? Я обожаю веснушки. Я, короче, этот... Постоянно себе спреем для волос, короче, есть такой. Я себе постоянно веснушки делаю. И в аэропорту пока, когда, типа, меня досматривали, мне сказали, типа, блядь, выкинь. Я такая, пиздец. И мы забыли сегодня купить. Чтобы я себе веснушки делала. Почему ты с Мишей в ДС? А это я разговариваю. Вообще-то это я поставил слева просто ракурс. Вот Миша, а замуть микрофон на телефоне. А, блядь, я тебя замутил, а себя забыл. Гений, блядь. Так, сейчас. Её не зовут. Нет. Сейчас я музыку включу. Фоксяшка, давай, давай веснушки. Я была очень рада. Мне очень нравятся веснушки. Я вообще предлагала Денису покрасить свой рыжий нам обоим, но да, что-то да, такое, типа, обязательно, блядь. Не хочу. Ебать, я порал бы, если бы он был бы рыжий. Вот зачем пиздец. А я когда-нибудь это устрою, когда-нибудь. Да, да, расскажешь, блядь. Ты будешь спать, я типа. Чисто в меня бы превратился бы Дрейк. Нахуй у тебя надо. В натуре, блядь. В смысле? Нахуй мне быть рыжим, я просто имею в виду, блядь. Мне не пойдет. А почему ты так решил? Ты что, пробовал? Вообще, на самом деле, может пойти, но я не думаю, что именно в рыжий цвет надо краситься. Ну, да. Мне предлагали в брюнеты, я помню, короче, мне лет в 10, я прихожу стричься, короче, мама пошла на ноготочки, а я стричься, и мне эта парикмахерша такая говорит, давайте быстренько брюнеты перекрасим. За 2 секунды, да? Инсту тёлки в студию. Кого? Я мама. Это мама Дрейка, кто не знал. Можешь нахуй его послать? Кого? Его. Меня не надо. О, ебать. Спасибо. Не, не Мишу. Нет, не Мишу ни в коем случае. Арина, мама, привет. Вот ты где. Что? Они с этой стороны пишут? Что? Арина, ты с Дрейком только из-за Дрейка? Чё? Что? Ты при матери? Это что за вопрос такой интересный? Ты с Дрейком только из-за Дрейка? Что, блядь? Что-то я не понимаю, что они пишут. Они какую-то хуйню, блядь, пишут. Девочка повзрослела. Нет, она с Дрейком только из-за мамы Дрейка, блядь. Что за вопрос? Потому что я его мама. Нихуя себе мама, блядь. Мать-то жива. Судя по всему, да. Охуеть, блядь. Хватит рейдить его, блядь. Ты что меня рейдишь? Арина, ты с Дрейком только из-за Лексуса. Прикольно придумали. Видала, блядь? Чё, подожди. Ты видала? А, да, ой, блядь, чё ты нажал? Подожди. Арина, чё там? Видала, я богатый. Дрейк с Ариной лишь из-за того, что она Арина, чат, я их раскрыла. Сейчас Арина, я тебя перебью, извини. Uh-huh. Прикиньте, он Арине рассказывает, они на расстоянии. Вот не виделись еще, он такой, я тебя буду на Лексусе возить. Арина приезжает в Питер, он такой, видала, сидит, блядь, и так с Лексусом. Мы же в октябре виделись с ним. Да. Курси. Ой. Не, Арина, да? Я предлагала сегодня на метро поехать, он не захотел. А на чем он поехал? На поехали на такси, я предлагала на метро поехать. Отдай. Лексус пиздили, блядь. Блядь, надо тебя в комнате убраться. Да в смысле, нахуй, он... Да пыль, потому что везде. Не везде. У меня тут такой срач, кстати. Ой, блядь. Прикольно придумала. Кто такая Арина и почему она без вебки? Не знаю, мама. Что? Дрейк подарил маме Лексус, отпустится. Мам, на день рождения дарю тебе. С днем рождения. Здорово, получается. Он завелся, слышь? Мотор, слышишь? Ёбнутый. Смотри, что написали. Выключи, башка болит. Что? Маркни, если женщина слева тебя стреляет, тебя стримите, забирайте себе семьи. Прикольно придумали, ребят, мне нравится. Вообще-то это я все забираю себе. Да, все деньги, Миша. Арину, да. Ось, нет. Это не мама, потому что мама Дрейка не знает, что он парит в продакшене. А, продан как дешевка. Ой-ой-ой. Чего? Чего? Когда брал? Завтра. А я говорила ему, что у него весь стол в пыли, поэтому у него комп сломался, когда мы в CS играли. Понял, Дрейк?
Это Даша. Ой, блядь, ёбнутая Даша, нахуй. У меня компьютер отломался, блядь, просто нахуй, из-за того, что я эту игру ебучую запустил вообще, блядь, в принципе. А чё он у меня не отломался, у меня комп старее, чем... Я её свернул, потому что когда она запустилась, блядь. Только из-за этого? Да. У меня нахуй всё, пум, блядь, потухло. Миш, у тебя тут спрашивают, когда стримы? Когда-нибудь. Ты вчера стримил. Вчера, да, я вчера стримил. Да, я сегодня не буду, наверное, завтра, наверное, ночью, как всегда. Чил атмосфера. Прикольно. Как вы любите. Да. Арину вместо Дрейка, пожалуйста, Дрейк заебался своими учёщей. Что ли, офигели бежать или... Кого, Дрейка? Тихо. А можно говорить? Нет. Почему? Не надо. Почему? Не надо, потому что... А, Дрейк, уходи, ты нам нахуй не нужен. Мы смотрим стримы за Арины. Спасибо. Но он никуда не уйдет, я тут не буду одна. Вообще-то здесь в чате все собрались, потому что тут на вашей трансляции присутствует Дмитрий Ларин, блядь, это во-первых. Во-вторых, он покрасился в рыжий. Вот и все. Блядь, what the fuck, нахуй. Че там? О, есть вроде. Меня видно все. Меня видно. Мне видно. Бан-бан-бан-бан-бан, трек, блядь. Лицо не показывает, значит страшно и ясно. Спасибо. Не, ну по факту. Это не пизди, блядь, давай. Что? Не, ну по факту. Лицо не показывает, значит страшно. Ой. Пизда чел. Арина, какое противоположное слово фразу «отгрыз локоть»? Я не знаю, что? Что? Что ж, блядь, это какую-то хуйню. Арина красивая, просто стесняется. Арин, а где находится самое полезное ископаемое вообще? Я сейчас тебе канал забаню, будешь так... Охуел? Все, а чё он не так сказал? Не-не, все так, все так. Я стримак-то смотрела. Миш, ты знаешь где? Это там девка, которая к тебе приезжала, это... стримила без тебя? Это... Дрейк, там шутка, шутка про очко или что? Нет. А, бля, в недрах. Да, я помню, что ты ебнулся. Так а в смысле, это слово на русском, надо, блядь, рассказывать. Арина, ты гей, да. Это что, это я не поняла. Это та девка, которая к тебе приезжала. Какая, блядь? У меня тоже вопрос. А, подожди. Какая, кто? А, не, так я ж тогда не стримил. Летом, помнишь? То, что Полина приезжала. Но это не... Хуёво, Арина, смех. Полина приезжала? Ну, летом, помнишь? Полина же не стрим... Какая Полина, блядь? Ой, блядь, ну которая в сторисах у меня была. Арина рифмуется. Это была другая девчонка? В смысле, Полина, она ему как сестра, да? А, блядь, блондинка? Да, да, да. Да, все, я вспомнил. О, Васян, здорово. Хотите инсайт? Да. Моим голосом будет говорить не игровой персонаж в одной игре. Скоро. Это как так ты умудрился, Вась? Ебать, а вот так вот. А в какой игре? Жесткой? А я не скажу. Не, ну, не скажу. Продакшн, AAA. Я так скажу, игра уже вышла. Да, игра уже вышла. Лол. Вася, это Сталкер 2? Да. Это Киберпанк? Ты будешь говорить, главный герой будет говорить твоим голосом? Ну, не главный, но типа не игровой персонаж. Подожди, ты сейчас не пошутил, блядь? Нет. Нет. Я фанат этой игры с детства, блядь. Вась, что ты меня не позвал? Я тоже рыжий. Какой игры, блядь? Сталкер 2, блядь. Да какой Сталкер 2, блядь? Ты что, долго... Я говорю, игра уже вышла. Сталкер 2, я говорю, да. Да, Миша. Все нормально, Вась. Все по Некселю протекает и идет, все нормально. Да, я в Киберпанке, голос мой будет, пацаны. Аринян? Ой, что, блядь, пизданул? Дурак, что ли, блядь? Я хотел сказать Арина Рин, потом я вспомнил, что она ничего не озвучила, просто постер. И просто сказал Аринян, блядь. А я, блядь, перепутал, я быстро хотел сказать. Миша, не видос просто посмотрел сегодня. Не, я, кстати, не смотрел, ничего не надо, блядь. Ебать, там вспышка, блядь. Миша, не все, уже град, блядь. Нет, ядерная бомба. Вспышка, значит, света большая. Сейчас тебя волнует, блядь. Да не, я сижу просто под землей, все равно. Все. Вась Говала, Асте пишет девочка. А, кто? Фоксяшка. Я готов. Фоксяшка. О, Фоксяшка. Ей есть 18? Вопрос. Нет, ей 14, Вась. Тогда нет. Я пошутил, нет. Не знаю, сколько ей лет, Вась. Тин Вейв не советую. Ясно, там, где попал Тин Вейв, мне дорога закрыта, я не хочу. А Тин Вейв везде был?
Да он не кендае, блядь, он вообще ёбнутый чел, нахуй. По таймингам, блядь, поменял, нахуй, никнейм себе, блядь. Ой. Кто это возле тебя? Мама. Да мама, мама. 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 А кто это, Дрейк? Мама. Мама. Мама теперь с Дрейком стримить будет. Ты а ну поцелуй, а ну поцелуй маму. Если, если любишь маму, поцелуй щечку. Да, реально, какую щечку, прям в засос. Давай в засос. Языком. Алло. 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 Да мама, да это самое. Мама все равно не видно. Полметра от меня сидит, может даже меньше. Целую маму, улетим в эфир. Маму поцелуй, а ты не любишь, блядь. Весь чат теперь будет знать. Весь чат будет знать, что ты маму не любишь. Мама. Арина, скажи хотя бы, ты старше Дрейка или младше, я не скажу. Короче, младше. А, нет, подождите, если девочка... Наоборот, она старше. Она старше. Я не буду говорить, сколько мне лет. Да это все мы поняли и так. По твоей реакции и так все понятно. А я просто, по-моему, знаю даже. Каково это? Вася, психологи бить. Чувствовать себя педофилкой. Вася. Короче, ей 50. А мне 25, блядь. Сколько? 50. 25 исполнилось, блядь. Ничего, Дрейк, еще вместе немножко поживете, пенсию будете приносить свою. Вместе поживете. Дрейк, девушка и мама. Ну, Вась, я так не скажу. Нет, ну мы... куда тебя мама-то отпустит? Нет, мы так-то вместе живем пока что. Мы просто сюда по стриму пришли. Ага. Серьезно, Вась? Где вы, в хостеле, блядь? Ну и серьезно тебе говорю, ну можешь по Зенли посмотреть, где я, блядь, нахожусь. Нет, мы в другой квартире просто живем. Мы сюда по стриму пришли. Серьезно. Это та девочка с ладонью? А что за девочка? Девочка с ладонью. Была у Дрейка девочка с ладонью, я помню. Ты сейчас дома сидишь, что ты мне рассказываешь? Вот бля, сейчас, да, вещи. Сейчас я тут стримлю, Вась. Ну потом посмотришь, как только я отсюда уйду. Нет, ну потом в вечером, поедем. Ну вечером. Ночью. Ну ночью, да. Ночью посмотри. Вот ты меня ночью зовёшь посмотреть? Да. Ну просто в приложение зайти, что сложно, что ли, блядь. А, да, вы через приложение это все делаете? Нифига. А какое приложение, кстати, интересно? Яндекс.Еда, блядь. Я не знал, что у этого, как это, у Чатрубейта тебе приложение появилось на мобилах. Я так пытался, Вася, не рофлить на эту тему, блядь, вообще пытался молчать, но ты все-таки победил. Bongo comes, come. Второй стрим, вот не знаю. Типа, мы просто, мы были в галерее, сейчас приехали, ну, сначала домой, потом пришли. В галерея, который магазин, или галерея, который искусство? ТЦ. Магазин. Ясно. А там продукты дорого стоят, да, по-моему, вот этот магазин? Нет, не магазин. Нет, короче, самый охуевший торговый центр, потому что он, блядь, стоит там, где, по идее, он не должен стоять. Ничего. Он стоит прямо на железных путях. Чего, блядь, это как? Ну, так вот, там, короче, было здание то ли нихуя депо, это депо все снесли, и вместо него теперь стоит этот торговый центр. Вокзал, типа, там должен был быть? Да. Ясно, из-за Дрейка снесли депо, я вам говорю. Потом, а потом мы, короче, сейчас мы, наверное, поужинаем с родителями, а потом пойдем в этот парк. А потом уже домой. А вот не знаю, второй стрим будет или нет. Я бы хотела бы посидеть. Как понять второй? На втором канале. Просто следующий? А, на втором канале. Да. Но я не знаю. Это не точно. Инста девушки Дрейка. Так кто знает, тот знает. Зачем? Так, по-моему, все шарят, нет? Ну, типа... Теперь все знают. Да и до этого все знали. Все знали, как, типа, я и в чате переписывала. А мне похуй было. Я не знал, мне просто похуй было. Арина, запускай без Дрейка. Да, блядь, она тут... Фига у тебя там маман, конечно. Извини, Арин. Арин. Арин, справа. Нифига ты, конечно, маманзель. Я гей, но Арина красивая, кстати. Спасибо. Блять. Дрейк, ты специально себе подбирал, чтобы постарше, чтобы типа, ну, с мамой на. Ладно, шучу, извините. Вася, даже не закончил. Да я не хочу. Впрочем, тебя в телеграме кидай стикер, вот там, где ты вот так делаешь. Да, это очень мило. Сердечко, это мило. У Вася прикольный стикер, мне тоже нравится. Да я не могу, я хочу запошутить. Да блять. Там что-то этот. Никенов написал, я увидела смешно, по-моему, или не смешно.
Где это было? Да похуй. И все, я уже потеряла. Ой, блядь. Похуй, без похуй. Ну и ладно. Это ДАЕ какой-то в натуре, блядь. Это не Никенов, блядь. Кенсин, Стуарины. Моя инста — это мой ник везде, в принципе. Типа... Шакиланил. Шакиланил. Ой, что? Шакиланил. Шишка. Ник, ник Шишка. Шикина с тремя Н. Чего я три Н? Предал оф С две было занято? Предлагаю анмод. Да. Две было, одна была занята, две тоже. И осталось три. Я думаю, ну и похуй. Пусть будет вообще похуй. Бля, Никенов реально вообще пиздец. Ну, у него не было ОФЦ, у него просто О. А почему мне не сделать так, типа, 2Н и в конце 2А? Это неплохо было бы. Не знаю, да я это ага. Делала лет 5, может, назад этот ник. Ну, это просто ты 5 лет назад со мной не была знакома. Я бы тебе подсказал, как правильно сделать. Вася, по никам нахуй. Так Вася шарит, он занимает ники, блядь. Он такой, опа, здесь так, а тут так. Оценка ников, блядь, профессиональная. Это да, кстати. Существует или нет? Знаете, как Вася мою инсту оценивал? Я видел твою инсту, девятка. Да потому что, блядь, пришел в твоей инсте видеть. Там либо ты стоишь... 1000 фотографий, Вася, что там видеть? Вот именно, блядь, 1500 фотографий, где ты с задумчивым ебалом стоишь и выпускаешь дым, блядь. Вот так, Вася, смотри, вот так. Типа да, так. Ну да, да, да. Похоже? Можете еще раз подать. Смотришь, блядь, светлое будущее Украину ищешь, блядь, там да, где-то. Да, да. Ну заброшен там стоит, блядь, разбомбленный, нахуй. Не понял сейчас. Я сейчас шутку про землю повторю. Ну, повтори. Не хочу, не хочу забавиться. То, что мы живем на планете под названием грязь. Да там... Нет, Вась, вообще не туда. Вась, где находится самый полезный ископаемый вообще? Да, Вась. В земной коре! О, ладно. Я извиняюсь, вы стримите? Да. Да, здорово, Сань. Ты, Саня, падла, телегу свою не чекаешь? А, так я мне написал, а Мака ему ответил. Сань, чё, как там? Да уже поздно было. Посмотри, я до сих пор как изюм выгляжу. Хотя не, уже более-менее. А чё было? Ебать. А? Как изюм. Чё было, говорю? Как отметил-то, Сань? Новый год... Ничего, я проснулся в наполненной ванной. На полу ванной? Меня пьяного мыли голову, девочки. Чего? Ой, девочки. Девочки мыли, ебать, Саня вообще охуенно там отдыхал, походу. Прям как я и хотел на самом деле, только я ничего нахуй не помню. Мне до сих пор плохо, я не шучу, 5 число, типа, камон. Да? Пил я только... Да, я пил только, ну, 2 числа, получается. Сань, я напился 1-го, потом ночью... Первого, ну, в смысле, типа, на Новый год я напился, потом, ну, нет, ночью я, нет, все верно, ночью первого еще напился, потом еще 3-го хотел напиться, не напил, 4-го выпил вина, и у меня еще вино стоит, и мне заебись вообще. У меня шампанское стоит, я его сейчас буду глушить, наверное, чтобы полегче стало, и стрим по чату рельки бешеные провести. Дрейк, я не понял, у меня стресс, кто это сидит на моем стуле? Уже не твой стул. Все, стула нету уже, с Ну это мой, но это же мой стул. Сань, приедешь, я тебе его обратно отдам. Я уступлю. Он неудобный, он нахуй неудобный, там даже откинуть спинку не нельзя. Слышишь, обратно отдаст, а не в другую квартиру, блядь, уедут. Будешь там один сидеть, нахуй тебе надо. Дрейк Сашеньки изменяет. Не понял. Ну все. Сашенька. Кто такая Саша? Я. Секс-бомба, блядь. Кто такая Саша? А подожди, а что за стрим? Как стрим называется, мне даже интересно. Стрим с мамой. Стрим с мамой. Бля! Забыли одну вещь упомянуть, в скобочках. Шутка. Шутка, да. Нет, я предлагала назвать стрим с сестрой, потому что мы с Денисом очень сильно похожи внешне. Но он сказал, что лучше с мамой. Ему так было смешнее. Надо было назвать стрим с сводной сестрой. Какая-то категория получается. Просто стрим с водным. Блять, Сань. Блять, Сань. Я тебя не поняла. Водным. Не понимай, не надо тебе. Ну, ладно. Да. Лучше тогда не знать тебя. Стрим с водным, блядь, я когда-нибудь проведу такой стрим. Саня, твои истории посмотрел, ты ёбнутый так пиздец вообще, блядь, там.
Я вообще, я тебе отвечаю, я проснулся, я реально, я держался за голову, я понимал то, что это уже все, это в интернете, и это в интернете, а и это не удалить ниоткуда. Бля, он такую хуйню там нес. Каждый, у меня, короче, было 10 историй, и каждая история из них, где умоляю тёлок из Питера забрать меня и помыть. Меня в итоге помыл кто-то другой. И в итоге меня никто нахуй никуда не забрал, блядь. Я вам говорю, короче, хотите расскажу, вот тут как я вообще напивался? Давай. Короче, блядь. Мы пили, ну пили просто там виски, хуиски, дефолтно все там, блядь, шампанское, не шампанское. Обычно мне тоже нормально было, вообще very wonderful, заебись. И вдруг, короче, блядь, я не знаю, как называется. Первые два названия, она синим цветом большая такая. 80 или 70 градусов, и там написано, то ли бомбалейла, нахуй, тут что-то такое, блядь. Бомбалейла, блядь. Я хуй знаю, как она называется, дютика, короче. Сань, ты ёбнутый, ты как с дютика привёз? Границы же закрыты. Связи, камон, связи. Связи, блядь. Ну вот, и короче, я... Не Финляндия? Вот всё. С Финляндии. Вот. Нет, не Финляндия, есть такая... Да не Финляндия, это водка, блядь, это водка, это другое. Так там же 70 там... градусов. Джин, это джин. А-а-а. Сколько градусов? Я въебал стопку, всё. 5 минут меня нахуй, всё, я отвечаю. Тёма. Я не знаю, где я был. Я проснулся в 6 вечера потом, смотрю, все до сих пор бухают, веселятся, я думаю, ладно, похуй. Ещё один раз стопку этой бомбалейлы въебал, опять на 6 часов вырубился. Бомбалейла, блядь. Здорово, Макс. Привет. Чё ты, как там? Здорово, Макс. Ты вроде как стримить там хотел, ты будешь? Скиньте, пожалуйста, второй канал Дрейка, скиньте. Драки тут. Блять, что надо стримить начинать, что-то так впадло пиздец, ебать я обленился за эти 5 дней. Ты про у тебя просто отхода. Драки тут. Вы видели клип? Поменял обратно. Красава, брат. Видели клип Майота, Лилия? Чё? Лилия, клип Майота видели? Не-не-не. Все, нахуй, я с вами не могу разговаривать, вы не шарите за Майота. Лилия, блять. Сузер, а ты чё мяукаешь? Вот ты чё охуел тебя опять в дерево превратить, придурок? Ты с Цезарем там, блядь. Ой, блядь. Это же девка рядом. Я его мама. Татьяна потом подрубила? В смысле, Татьяна потом подрубила? После меня же Саня вроде. Ибра. Вот он! Соскучился по нему за 5 дней, пиздец. Ебать. Какой зайка. Только он постоянно на него орёт, по-моему. Я ничего не ору, это же на ты с ним, ёпта, бро, дай кулака. Ёпта, бро. Всё, попиарился и нахуй иди отсюда теперь. Ура, вернулась здесь. Так. Бля. Бро. Фу, ебать, Айкос хуйня, фу. Долизовский, ну. Так попизже ник, вот реально. Согласитесь, так у Лизовского ник попизже выглядит. Лизовский так пизже выглядит, плюс. А чё там у Сани фиолетовая плантация? Чё это такое? Тихо. У Сани где? Всё, молчу. А ну, Сань, включи вам камеру, Сань. Как ты это сказал? Я не знала, что они тебе говорили. Меня не видно. Какая нахуй плантация? Они, наверное, подумали про этот. А, вон там, у меня там... Ну, подсветка просто красивая. Ультрафиолетовый да. Свет, блядь. Ну да. Алина, если блядь, я не заложник, я не Алина. Алина. Я не Алина. Алина, куй, блядь. Моргни 6 раз, пожалуйста. Если тебя Дрейк держит в заложниках. Она моргнула, блядь, реально. Ну не видно же. Все равно. Я теперь жду, когда у тебя... А, да? Если... Я пытался уже, блядь, поменять себе ник, мне не разрешили, нахуй. Там аккаунт, блядь, Дрейк 2007 года, блядь. И мне сказали, не, пойди-ка ты нахуй. На Дрейк поменять, блядь. Я бы, конечно, в ахуе был, если бы получилось, но... Почему Алина не видно? Я не Алина, я Арина. Тебя будут подъебывать. Чем ты больше так говорить будешь, тем больше тебя будут так подъебывать. Подожди, а почему у тебя... Лажик, а чё у тебя вебка с телефона, а микрофон с компа? Потому что он не на студии, блядь. Он дома. Я гений. А, ты дома? Да. Ебать, у тебя стул дома охуенный. А он такой же, ну типа, дехарасер ебаный. Ну типа, обычный игровой стул. Блядь, у меня под моим игровым стулом, нахуй, я тебе говорю, как
какая-то странная Нарния. Я не говорю, там, блядь, там уже нахуй. Вот я говорю, буханку хлеба собрать можно. Насчет дехарасера у меня, короче, за год или за полтора снизу уже рваться вот эта оплетка, блядь, на сидушке начала. Я не знаю, я ни хера, я даже, сука, полотенце стелил. Не, у меня вот это пока нормально, блядь. Я не знаю, как так быстро. Я 50 килограмм вешаю, этот стул еще моим внукам нахуй достанется, я вам клянусь, блядь. Знаешь, что я скажу? Вот хаторы, конечно, поудобнее будет стул. Какой рост Арина? У меня 165, я Денису где-то по кадык примерно. Ему типа посюда. Я 165. Украинские нанотехнологии, ну да, блядь. Переехал в другую комнату. Блять, она не маленькая. Это кажется на вебке, что она маленькая, блять. Вот Арина приехала, сказала то, что она типа на вебке кажется. Нет, комната на самом деле нет. Очень большая. Но она комната не очень охуенная. Большая. Вот. А где, стой, а где диван? Сзади меня. Там сзади. Он растерян. Ты отмыл хуйню от смузи. Что там со смузи? Что было со смузи? Я разлил случайно шоколадный коктейль, блять, на диван. Вообще, ну я видел, как ты с глобусом, ну да. Я просто лежал, он начал, короче, лить на меня воском, чтобы мне приятно было. Но я такой говорю, давай, типа, нахуй этот воск, может, шоколадным коктейлем меня польешь. И, сука, на кровать попали, блядь, блин, случайно, нахуй. Сука, сзади, блядь. Это у вас там игры были. Воском, нахуй. Ребят, мы не будем рядом с тобой, ты чё? Да не встанем. Нет, я могу встать за стул. Все, меня же не видно было. А как ты, блядь? А, ну, ну можешь. Ебать, пошла операция, блядь, X. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Оп. Да, не видно вроде. Да, не видно. Все, я тоже скоро в Санкт-Петербурге буду жить. Охуенно, блядь. Видно немножко. Пол лица видно и все. А че, подожди, а что за прикол, что почему ты лицо скрываешь? Да я потому что выгляжу. А, думаю, то, что. Мне не нравится, короче, как она сейчас выглядит, забей. Да. Потом. Да пошел нахуй! Козел ебаный! Чмо ебаный! Подожди, я. Замутил, пожалуйста. Пиздец, не замуть его. А, все, ладно. Во, Жожа, блядь. Это Жожа, блядь. Блядь, мне чуть сердце не остановилось. Я, блядь, я сейчас чуть не обосрался, нахуй, серьезно, он так заорал. А я уже увидел, когда он зашел, я такой сижу и жду, блядь, когда он зашел. Я видел, что он зашел, блядь, я уже предполагал. Дрэк, покажи свою, покажи. На, нахуй. Пизду, блядь, я его слушать не хочу, вот на этом стриме точно, блядь, его нахуй, я, блядь. Сейчас я вебку тут включу. Можем пойти в какую-нибудь другую социальную сеть, у которого этого долбоеба нет? Нет, не обижай Сережу, он же не этот. Нахуй вы его забанили в чате, блядь? За что? Я не... Нет, он же ничего плохого не говорит, в принципе. Он просто кричит много. А чё ты Дискорд размоть? Я не слышу ничего. А что ты сделал? Алло. Надо не да, слышать, я слушаю. Он сейчас сюда опять зайдет. Сейчас, смотри. Ну, нет, я префом готовлюсь. Ну не кик, он же ничего плохого ну, не говорит. Сейчас... Он просто кричит. Ну чё хочется кричать? Он кричал знаешь, гадости. А он гадости кричал? Уже кричал. Ну, блядь. На чем лицо скрывать, если ее уже нашли? Да мне нашли. Моя инста открыта, я никогда не скрывала. Просто на данный момент я не хочу показываться. Ой, я отвечаю, я на вебке как чмо выгляжу, я ее понимаю. У меня телефон садится, мне надо зарядку поставить. Потом еще потом уехать надо будет. Чё? Саламбу. Ну, Сани где-то как я, чуть пониже. Че ты охуел пониже, блядь? Ты сказал, блядь, сам то, что в итоге. Ты в тапках, блядь, стоял. Я их снял, блядь, мы вставали с тобой. Ты в тапках, блядь, стоял. Я не стоял в тапках. Видишь, что я написал? Иди в толчок на сри, и как Илья, ну, типа, не смыла, как тебе говорит. А ты это слышала или нет? Да, я слышала. Я именно на этом моменте зашла, когда тебе этот. Прикиньте, она пропалила нахуй, как Мазелов мне посоветовал сделать, блядь. Твоя мама, конечно, ничего вроде, но Глина пиздец, да, для мамы. Цезарь, я твою маму ебал, завязываю мяукать. Че? Я говорю, самое лучшее у меня ляля мама. О, Тевиков. А, нихуя, давно ты ник, блядь, поменял на свече. Алло. А там Татьяна запустила или нет? Я не понимаю, что это дезинформация была? Наверное, да. Мне бы уведомление пришло. А. Реально запустила? На основе? Чё, ёбнулись? What the fuck, нахуй? Так!
включить монетизацию, Сань, конечно, включай, блядь. Посмотри, ты можешь посмотреть? Дрейк! Мне авторские права уебали на тот стрим, который ты запустил 5 секунд. Ну там ничего не было, там просто типа предупреждение дали. Да? Ну да, ну там частенько такая хуйня бывает, что забей. Это типа, у меня на каждом стриме такая хуйня висит. Блядь. Я не знаю, помнишь кто, как я случайно, блядь, стрим запустил? Не, после меня Саня Гвин. В 5.30. Пока, Кать. Зачем? Пока, Кать. Кать, пока. Катя, пока, да. Пока, Кать, блядь. Дрейк, а ты чё, в костюме деловом? В каком костюме? Он в какой-то кофте сидит. Не, это... О! Вы прикиньте, чат, вы прикиньте, короче, Дрейк нихуя не шарит, Дрейк нихуя не шарит за Дибо, OG Buddha Flame, вся хуйня. А я, он и пиздец, я купил себе штаны, как Дибо, нахуй, вот такие чисто дриловские штаны, охуенные дрил штаны. Блять, эти штаны Дрейк... на рыбалку я вам отвечаю, нахуй, Сань, скажи модель, блять, у тебя они с собой? Сейчас я покажу их. Покажи, давай, 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 давай. А ну, а сколько они стоили, Дрейк? 7000, без скидки. А ну сейчас посмотрим, блядь, ну, со скидкой, там за штаны. Там пиздец, вы сейчас охуеете, блядь. Садовод. Что за девка рядом с ним? Ну, мама. Сань, лучше бы ты купил себе охуенные вельвельтовые штаны, как на праздник, а сам я хожу в джоггерах. Я тут что, охуел, Дрейк, блядь? Ну да, в джоггерах хожу, блядь, и чё? Чё не нравится? Вот, штаны, посмотрите, Adidas. Адидас, настоящий, вот, вот Адидас. Это, блядь, физрука нахуй штаны, я вам отвечаю. Что за тупник, знаешь, как бегать охуенно? Посмотрите, охуенные, сука, штаны. От кого, блядь, от мусоров бегать в них охуенно? Просто пиздатый, нахуй. Включи свет, чтобы видно лучше было. У тебя нету лампы? Ты охуенный. Инти, инстарина, шики с тремя Н. Там же писали, по-моему. Во, пали! О, смотрите, блядь. Смотрите. Ча, блядь, они охуенные. Я их одену сейчас, нахуй. Я их одену сейчас, нахуй. Мне похуй. 7000 они стоили, да? Сколько? 2000 они стоили. Ну они, блядь, у тебя скидка просто, нахуй. Так-то они 7000 стоили. Ну чё, блядь, связи, нахуй, ебать. Что, я же долбоёб за 7000 такие покупать без скидки, блядь. Посмотрите, просто. Блять! Я отвечаю. Охуеть. На рыбалку пизду. У меня попа в них охуенно выделяется, а ты, блядь, пиздишь. Ой, блядь. А ты постоянно так ходишь, блядь, присаживаешься, чтобы она выделялась. Да, тебя не слышно, все правильно. Да, меня слышно? Да. Сейчас. Все, заебись. Сейчас еще. Ну покажу, я тебе покажу, Дрейк, я тебе сейчас покажу, что я купил, нахуй. Да, давай. Потому что там еще за контрольную закупку сделал. Секс-бомба похож на кого-то худого порно-актера, блять, я не знаю. Пиздец. Всегда канал так нагинается над вебкой. Ты знаешь, этот пиздюк, который в пордухе снимается, блять, Бразерс, нахуй. Алло, уебан. Кто? Пали. Это что, блять? Хо-хо-хо. Ебать, ну брючки вообще. Бля, брючки как будто... Ремень, акцент ремень. Рик энд Морти, ебать. Ну это сочетание лютого. Акцент на ХМ, акцент на ХМ. Что такое? Ты не снял эту, блядь. Это ничего, да. Я еще не одевал их, блядь. ХМ. Акцент на ХМ. Так. 700 рублей, блядь, пацаны. Нихуя урвал. 700 рублей, блядь. А ремень? О, ремень полторах где-то стоил. О, ремень, короче, дороже. Да-да-да, чем что. А, 700 рублей, ебать. Тут тоже не снял этикетку. А, пиздец. Ну они мне широкие, пиздец. Я тут с размером не угадал. Купил их чисто за то, что они 700 рублей стоят. Шаровары ебаные купил. Знаешь, ты похож на моего брата чем-то. Уебан! Блядь, очень не похож. Алло, уебан! Прям говором капец. Чё? Кто уебан? Покажи этикетку! Блять, это штаны моего деда, нахуй. Покажи. Уникло, нахуй. А, это уникло, блять. Я думал, японские штаны, как у меня. У меня у деда такие штаны, он на рынок не ходит. Вы чё, охуели? Вы, блядь, знаете, сколько эти штаны стоят? Вы знаете, сколько они стоят? 1400.
То есть это пенсия моего. Это пенсия моего деда, он как раз ее потратил на эти штаны. Я тоже штаны купил, но я их оставил там. Я не знаю, я один покупаю дефолтные джинсы и мозга себе не ебу вообще. А, блять, короче, сегодня не ссылка на Nintendo, я сейчас такую лютую ссылку вам дам, вы сейчас охуеете. Все смотрят. Смотри, смотри, что он делает. Саша. Алена, нахуй. Арина, скажи, ведь Саня секс-бомба, да? Не, ну да. Не, Саш, на моего брата похож. Он когда напьется, тоже так себя ведет. Чего я не пил даже нихуя сейчас. А это только что начал. Это только начал. Да, 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 это монстром. Да, да, так, сейчас. Вон минут. Че ты? Я считаю, что я запизделся, подписчики мои вообще-то стрим ждут, как бы, я тут сижу, пизжу. Всё, народ, ББ, я на студию поехал. Давай, Вася. На студию, Вася, Арине, деловой. Привет. Подожди, Вася, ты то, что ты рассказывал, поехал делать? Угу, угу. О, Вася, давай, легенда, Вася. Потом, блядь, покажешь, потом обязательно покажи, блядь. Ага, хуй тебе покажу. А, мне не надо твой хуй, я свой есть, блядь. Пестрова хуй покажу. Не, я видел, страшно, не надо. Все, ББ. Давай, давай, Вася. Смотрите, короче. Переходите по ссылке, и там Папа Джонс, ребята, у меня реклама, блядь, Папа Джонс. О, слышишь? Так, что нужно сделать, чтобы быть Папа Джонсом? Просто перейти по ссылке. Дрейк. Да. А угадай, у кого еще реклама Папа Джонс? У тебя, Мишань. Да. Переходим просто по ссылке. Арин, попроси, пожалуйста, перейти. Перейдите, пожалуйста, по ссылке. Вы купите вкусную пиццу. Просто тыкнуть по ссылке, и все. Все, что надо. А в Украине есть Папа Джонс? Это не важно. Да, окей. Ты еще можешь слушать? У меня уже перевод. А, ну. Даже если вы с Украины, хотя посмотрите, какие пиццы в России охуенно делают. Да, вот посмотрите, какие. У нас про. Ладно, я не буду. Ебать, видали вообще пиццы? Че тут можно? Тут можно что хотите выбрать. Блять, вы шарите, здесь можно дабл магнат купить, такой хуй где найдешь. Дабл магнат. Просто тыкните, блять, и все. I'm, блять, very просьба, блять. Пицца с мандаринами? Чего? Фу, ну и хуйня, блядь. Осуждаю, блядь. Нет, ну это кому как, кому-то нравится. Это вкусовщина. Ребята, у меня есть новость для вас. Мадемуазель, которая напротив меня сейчас сидит, любит пиццу с ананасами. Да, мне нравится. Люблю пиццу с ананасами. А это плохо? Я тоже люблю пиццу с ананасами. Ну ты пошел ты нахуй. Пошел ты нахуй. Идите оба нахуй, блядь. Нет, мы все втроем любим. Он не ест пиццу с ананасами? Ты странный. Да, когда я, короче... Я странный? Блядь, поддержите меня кто-то нахуй. Хуйня, ебаная пицца с ананасами. Говно, ебаная, блядь. Как это хуйня? Просто конченая. Видишь, там в чате пишут, она вкусная. Вон, она вкусная. Такая хуйня. Ребята, из-за этой пиццы, блядь... Вову подставили, блядь, я отвечаю нахуй. А при чем здесь пицца? Девочка, давай встречаться. Иди нахуй, хуйлан, блядь. Уже все, норм с головой. Ой, блядь. А при чем он голый сидит? Я не знаю, ебанат, блядь. Я типа хорошо к Сереже отношусь, но он странный. Ладно, размойте, наверное, там ничего не говорит. Прошу, блядь, я Леруа Мерлен за это попрошу. Привет, Серёжа. Алло, алло. Привет, ты как тебя зовут? Я не знаю, мне все равно. Ладно. Ебать, что это за маска, нахуй? Ты где ее купил, блядь? В России. В Украине, блядь. Очевидно, в России, блядь. В Украине, блядь. Нас такого не продают. Его Татьяна сегодня красить будет? Татьяна красить будет? Ебать, Дрейк, у тебя цепь, ебать, ты с велосипеда спиздил, да, или чё, блядь? Ты не первый, кто уже спизданул. Что она реально выглядит, как будто цепь. Ну я знаю, блядь, это вообще не цепь, это нахуй. Это пояс, блядь, это пояс для халата, блядь, не похуй. Это пояс для халата? Да. Чё нахуй ты его одел? Ну похуй. А слышь, ты куда собрался? А? На каток? Что там можешь? Ой, Жожа. На каток, ебать ты, блядь. А там можешь здесь какие? Там на реакции на Давай. А с кем ты едешь? Татьяна и Даша его Даем? Красить будут, охуеть. Лол. А они говорили, охуенно, да? Или нет? Да я боюсь, я боюсь разъебаться на катке, я не хочу. А чё, Гвин не стримит, я не понимаю. What the fuck, нахуй? Отпиши. Клип. Давай встречаться, Валя. А, да? Чем?
Две вебки на экране убери. Бля, поехали через часа. Поехали через часа. Поехали, давай. А, и потом только туда. Ну, на созвоне тогда. Да, на созвоне, Саш. А, в 7-8 часов? Да, да, да. Я только 3 пизды пойду. Арина, если бы я был тёплый, я бы дал тебе. А что там, дышать, что ли? В смысле? Тепловизоры, говорят, стоят, чтобы бухих проверять, чтобы на каток не ходили. Какие твои шмотки, нахуй? Дети, ты шмотки? Нахуй ты вообще сигаретами в шкаф дымишь? Чё, ББ? А, Никен. Чё вытащил туда? А, Никен доел, блядь. Вот, разбирающий. А чё тебе надо конкретнее? Я помню, чё я ложил. Бадлонка? Я со своим парнем разговариваю. А Нинтендо всё, да. Терпиться. Уже закончил. Терпиться. Погоди, Арина, а можно тебе сиськи скинуть свои? Если тебе есть 18, скидывай. Если нет 18, не надо. А лучше мне нахуй. Нет, секс-бомби похуй. Если есть 18. А, то есть, подожди. Приятно. Тебе можно скидывать, а я на это смотреть не могу. Ну это же девочки, мне не будут. Дрейк, мы когда... Дрейк, мы когда с тобой в Токио Сити сидели, ебать ты мне показал, сколько тебе нюсов скидывают, я вообще охуел. Ой-ой. Что? Пизда была ебаная. Ой-ой-ой, скрывается информация, о которой я не знала. Вот стало! Уно! Уно! Я никому показывать не буду. Уно! Уно, блядь. Я напиздел, что Дрейк мне ничего не показывал. Мне 18, Арин, тогда хорошо. Если нет 18, то не надо. Уно, кватро, блядь. Так, можете, пожалуйста, пиццу купить, ну, пожалуйста. Еба, Дрейк с своим мальчиком там сидит. Да. А пенис на мне 54. Охуенно. Дрейк, ты в курсе, что в середине января открывают Финляндию, и можно будет съездить в эти супердомики? У тебя что-то вебка как-то. Что? Размытая. Слышишь, Дрейк? Пим-пим-пим-пим. Я в Финляндию только, блядь, зимой поеду следующий, нахуй. Так а ты в курсе, что в январе она открывается? Да, я в январе, блядь, учусь, нахуй, Саня, ёбнутый. Так а что тебе, блядь, на пару дней съездить, нахуй? Приедем, да уедем. Лосося похаваем, нахуй. Это тебе туда, блядь, 5 минут, нахуй, пешком, блядь, идти, а мне... Так ты можешь у меня остаться, я с меня могу поехать. До Сани сначала, а потом туда. Че, если нет? Это тихо, я понял. Реально скинули сиськи? Да? Покажи. Нет. Там смайлик сисек, там не сиськи сами. А, наебали. Я не покажу, зачем, это же место. Ну, по чуть-чуть она пьется и разъебывает ужас, нахуй. Че, затянкси, дайте на стол, шики на стремя N. Там же писали уже. Кому скидывать? Кому скидывать? Тянули, блядь. Блядь, а где наш микрофон нормальный? Я не понимаю, что... Дрейк, она к тебе на стрим пришла из инсту попиарить? Ты, мол, строй, блядь, или чё? Подписывайтесь на инстаграм. У неё самой инсту спрашивают же, она не сама просто говорит. Чего-чего? Блядь. Стоит? Похуй сколько стоит. Где Александр Гвин? Похуй сколько стоит, я стример. Спасибо. Не за что. Пал по мне, блядь. А, блядь, у меня микрофон не выключен. В пол я волос. Да. Ну там сиськи в чат скинули, блядь. Там свой движ. Так, Дрейк, я пока уехал. Я пока уехал, давай, Мишань. Да, я потом буду, может быть. Пока, Миш. Пока. ББ, Мишань. Арину в ТГ, в смысле? Слив. Гвина Синди, блядь. Кто мои фотки не видел, алло? Те, кому надо, они давно уже все нашли. Гранатометчик. Гранатометчик, блядь, Сань, ты ёбнутый? Там тебе в чат сиськи. Да я тут сижу. Смотри. Где? Вот. О, пизда. Почему чат? Саня, ты курил сегодня? Нет. Ты видел его историю, Жужу, блядь? Я удалил их, нахуй. Это ебать. Тихо, тормози, всё, закрыли тему, нахуй. Бля, наша вообще бомба, пиздец. Бля, такой гад вообще ебанутый. Ой, блядь. Буба, блядь. Что? Мне Александр Гвинский не отвечает. Можно позже ответить, значит, пока не когда, надо. Когда стрим у секс-бомбы стоит премьера на 18.00, если что. Арина кинула в инсте, сейчас посмотрю. 18.00 стрим. Ну, в 17.30, да. Он все в телеге писал то, что он в 17.30 стримит?
Я пока, наверное, не буду глушить. Тут мне скидывали голосовой, блядь, я не буду пока включать, я после стрима послушаю, все, ладно? Сейчас 21, я знаю. Я просто спросил. Дарик, а ты когда заканчиваешь? В 30. А, в 17:30? Угу. И потом уходишь сразу или пока в Дискорде? Ну, может, не сразу, там, через... Мне надо кое-что тебя спросить. Дарик, да, думаю, ты можешь его рубать, выключай уже. Слышишь этот? Почему Сережа такой злой? Не знаю. Потому что ты охуела, у меня, блядь, с ним, у меня с ним шиперский, блядь, вот этот канон, джойк, блядь, существовал джойк, сколько. Блядь. И ты пришла, блядь, села рядом и что-то еще выебываешься, охуеть. Нет, я не выебываюсь, пожалуйста. У вас же все равно шиперят. А как тебя зовут? Арина. Арина? Да. Арина, ты такая девочка пися, давай встречаться. Да, да, прикольно придумал. Не хочешь? Не, иди нахуй, не, иди. Блять, так. Там Татьяна на основе стрима сейчас, я даже проверю, блять. Жой канон, согласна. Согласна, блять. Жой канон, а ты так не считаешь? Ты сейчас Сережу обидишь. Ты согласна встречаться со мной? Нет, ой, нет, Сереж, не нет. Татьяна реально на основе стрима, я не ебу, короче. Я сказала, что согласна с тем, что жой канон. Джойк. Почему джойк, блять, если там просто жойк? Жойк. Даже, можно я буду с тобой встречаться искренне? Искренне, блядь. А он игнорит Саш, все. Мне очень неприятно. Капец, я бы обиделась бы на твоем месте. Чего, да, я на колонках просто я отхожу, чтобы колонки не захватывали Дискорд, я мучу. А, ну так что, ты согласен? Да. Новый шипер, не шипер, уже сразу, все. Давай на тупик. Интернет-пара станем. Интернет-пара, блядь. Татьяна не по расписанию, блядь. Он долбоёб ждёт, пока мы заткнёмся. Потому что он как по рации разговаривает. Как в чат-рулетке, нахуй, у него двойной звук, блядь. Арина, ты на сколько приехала? Я до 10-го здесь, я 10-го улетала. Да, 17:30. Я вчера прилетела, а 10-го улетала. Жомба. Жомба, ебать охуенно. Жомба. Как это термин называется? Я запомнил, у Александра Гвинского у нас был урок. Как этот термин, когда ники соединяют, называется? Pairing. Нихуя себе. Pairing. Секс Жоржо 3131. Pairing. Pairing. Арина, ты где живешь? Неважно. Дома, блядь. Дома. У Гвина время украинское. Прикольно придумали. Это с нового альбома. Сначала ник актива, а потом ник пассива. Цезарь, да что тебе надо-то? Сань, ты походу пассив. Почему я актив? Потому что жомба. Сначала ник актива, а потом пассива. А там любые деньги, чтобы у меня трахалось. Слушай, а Джек сначала твой ник идет, да? Чего? Получается, Сережа пассив. А, нет. Нет, наоборот. Ой. Нет, да, давай. Не, вы знаете, в жойке я был пассивом, а Дрейк типа ебал меня. А, ну ладно. Я не знаю, почему. Ой, бля, базар ни о чем нахуй. Прикольно придумали, блядь, в чате. Нет, я его за руку держу. А почему она лицо свое не показывает, Дрейк? Потому что она, блядь, стесняется. А потом здесь, покажи. Блядь. Покажи. У меня 4 глаза просто, чтобы не пугались. Покажи. Покажи. Чат, начните бунтовать в чате. Что она выйдет, лицо покажет? Я не покажу, зачем? У тебя такие ручки бледные. Маньяк ебаный, блядь. Ручки бледные, красивые. Тебя не слышно. Норм, нет, я. Я пугаю ее, Дрейк? Да. Алло. Красивые вы маникюр. Норм, нет, Кен. Кен. Нахуй ты его скидываешь, потом опять одеваешь, блядь. Блядь, сегодня Кен, завтра мент, запомните. Хватит называть кентами кентов. Мне ты Саня в жизни каждый раз говорил, блядь. Сегодня Кен, завтра мент. Тише едешь, дальше будешь, нахуй. А вы знали то, что? Вы знали то, что Дрейк чемпион по аэрохоккею, нахуй? Я их отъебал с Ладюшкой, блядь, вообще. Я все матчи, нахуй, с ними сыграл, блядь, и все отъебал.
Ясен хуй, знаете, что он делал? Он тут, знаете, почему он нас отъебал? Вот знаете, куда вот эта хуйня залетает? Как эта хуйня? Шайба куда залетает? Он ее рукой задавливал, чтобы она улететь не могла. И чем был боль, мамка Дрейка залетает. О, мне кто-то ответил. Он ее рукой держал и терпел боль всю нахуй. Он. Ухо спалило, все пиздец. Не, ну только Дрейк, если бы ты мне тогда по пальцу уебал вот этим шайбой, нахуй, мне кажется, у меня палец бы отрезало, нахуй. Поэтому с такой силой оно летает, вообще похуй. Мне было страшно играть, нахуй. У нас такой пот был потом, нахуй. Я так откомбычил против Владюшки сначала. А ты рассказывал, на какой фильм ты меня отвел на первом свидании? На реальных пацаны против зомби. На реальных пацанов против зомби он меня отвел. Это максимально неромантично и блядь, по-чумошному было, я считаю. Это что за номера ебаные, блядь? Арина, чекни инсту сейчас. Там вообще, ну, кстати, если вы любите реальных пацанов и шарите за лор, кролянов, хуянов, вот всех, всех вот этих, то, пожалуйста, прошу ваше внимание, приходите, пожалуйста, на фильм. Ой. Очень классный и смешной. А если вы нахуй нихуя не шарите... Ладно, мне здесь вообще не рады. Нет, я слушаю, просто мне там девочку написала. Да я все, у меня... Да и там она поверена пишет. Нет, Саш, все, извини, перебиваю. Я тут тебя слушаю, брат. Саш, извини, все, слушаю. Да вы нахуй не слушайте. Слушаю, Саш. Я лично не слушал. Саш. Санек. Саш. Заканчивается через 3 минуты, я иду дальше. На похуй, Саня, наговори вообще. Я уже забыл, что хотел сказать. Он начал говорить, ты слышал, что он начал говорить? Он говорит, если вы шарите за лор реальных пацанов, блядь, ты вообще ёбнулся. Какой лор реальных пацанов? Да не, на самом деле, персонажи там угарные, типа... Там есть такие скетчи, мемы угарные, но вообще, а так вообще хуета полная, не фильм. Ну да, их я согласен, Арта чмо ебаная, нахуй своего отца убила, так до сих пор не понимаю, блядь. Пиздец. Вот это Фростморн дела творит, блядь. Лор реальных пацанов, блядь. Дрейк, ты так смеешься, как будто ты начинаешь выгадывать, я смотрел, потому что сдерживаешь, блядь. А? А ты смотрел или нет, я не понимаю, что ты спойлер, блядь, кинул. Какой? Ну то, что убил. Артас? Блять, это World of Warcraft 3, блять, игре 30 лет. Я про реальных пацанов, блять. Ага, не. Артас осуждаю. Каракос, Каракас, Артас. Осуждаю. Все, Саня сейчас запускает через 2 минут. По идее. Асу, блять. Кто? Блять. Я на самом деле, мне уже надо на Twitch вырваться, мне кажется. Я еще ни разу не подписался. Сань, ты же говорил то, что в этом году уже все. Я хочу на Twitch вырваться. Хочу вырваться на Twitch, чтобы у меня был такой же приятный чат, как у вас. У всех только у Джужо, блядь, чат какой-то сомнительный. Нахуй. Если смотришь на чат, Джужо не хочет стримить на Twitch. Кто носит Adidas, тот... Самый лучший друг для нас. Ну нихуя ты выкрутился. Это Ламака так сказал. А, да. Дрейк, целуй маму. Он сейчас стрим закончит, пойдет поцелует маму. А мамы же дома нет, Дрейк. Нет, мамы дома. В а мамы нет же, Дрейк. Так ты же сказал, что она выйдет. Или ты все-таки не написал сочинение на 5 шагов? Нет, сочинение я написал, слышишь? На сколько? Ну, у меня там... Я не знаю, там побально как-то, я не помню. Ну что он сказал, молодец. А написал итоговое, ну, типа, уже? Нет, итоговое в этом, в апреле, блядь. Почему, блядь? Ты проебал, что ли? Нет, перенесли. А, я помню, в прошлом году, типа, кто долбой бы не сдавали в декабре, писали в апреле. Нет, в феврале, нет, потом нет, апреле. А, из-за коронавируса там перенесли, блядь. Дрейк, нет, блядь. Нахуй надо вообще, лучше бы я написал сразу все. Я помню, я писал, блядь, 3 часа, вот я помню, меня выгоняли уже с этой пары, блядь, так долго писал. Я написал еще его хуёво, блядь, на 3 из 5. Ну, те же зачет поставили, блядь. Ну, да. Там же сдал, не сдал. Ебал я в рот вообще учебу нахуй. Саня запустил? Аля. Так ты руки. Ну хочу сечки. Запустил, все, Саня запустил. Нельзя? Нельзя. Всё. Нельзя! Нельзя! Всё, Жужо, Санёк, спасибо, что посидели. Блять! Мы расстаёмся, всё, меня отшили. Хуёво. Точно запустил? Да, он написал мне. Да. Он мне написал. Так.
Спасибо всем, что посидели на стриме сегодня. Спасибо, что пришли. Так вот миленько посидели, попиздели. Ой. Сейчас я ВКонтакте лучше выведу. Все. Кидаю вас Саня, перекидываю. Вот. Отправляйте ему сердечки. Угу. Много-много-много сердечек. От меня и от Дениса. Ой, ну не, мне не видно. Не, не видно. Все. Ну блин. Ну блин. Рейд, Гвин. Гладя. Все, давайте, всем пока. Все, давайте. Приятного вечера всем. С иглы полетели, Саша, полетели. Все, насчет стрима вечером не знаю, потом, если что, скажу. Посмотрим, что как там будет. ББ. Все, всем пока. Сердечки отправь. А, еще пиццу, пиццу, пиццу. Пиццу. Пиццу, пожалуйста, перейдите пиццу, пиццу купите. Все. Спасибо, все. Пиццу. Все, всем пока.